изготовления танка берем лист бумаги размером 30 на 10,5 сантиметров. Это половина листа формата А4, разрезанного на две части по длине. Берем лист, складываем его вдвое. Наводим контрольную линию и раскладываем листочек обратно. Теперь с одной стороны боковые уголки загибаем вниз по центральной линии с обеих сторон. Хорошо наводим контрольную линию. С одной стороны загнули, с другой стороны загибаем таким же образом. Снова хорошо наводим контрольную линию. Теперь боковую сторону загибаем с центральной линии. Загнули и снова хорошо наводим контрольную линию. С другой стороны делаем так же. Загибаем боковую сторону в центральной линии. Загнули и снова хорошо наводим контрольную линию. Получается вот так. Теперь вот эту сторону загибаем обратно к началу заготовки. Фиксируем положение. Хорошо наводим контрольную линию. С другой стороны делаем также, отгибаем листочек к началу заготовки. И фиксируем положение. Хорошо наводим контрольную линию. Получается вот так. Теперь заготовку переворачиваем на другую сторону. И вот эту сторону загибаем дальше средней линии. Загибаем дальше половины листочка. Ложим приблизительно вот так и фиксируем положение. Получается вот так. Теперь от края отступаем приблизительно 2 сантиметра. И к этой точке загибаем вот эту сторону. Переворачиваем листочек. Приблизительно вот так получается. И фиксируем положение. Теперь у нас получается вот такая заготовка для танка. Теперь берем заготовку, переворачиваем листочек и поднимаем вот эти боковые стороны с одной стороны и с другой стороны. Держим их поднятыми и переворачиваем листочек. Закрываем боковые стороны с одной стороны и с другой стороны. Получается вот так. Теперь еще раз поднимаем вот эту сторону, переворачиваем ее и поднимаем вот этот листочек, расширяем его. Так, расширили. И под листочек можно засунуть боковую сторону. Переворачиваем боковую сторону, засовываем под листочек, складываем, равняем и фиксируем положение. Получается вот так. С другой стороны делаем так же, поднимаем вот эту сторону, расширяем листочек, поднимаем его, расширяем и под листочек засовываем боковую сторону. Так, засунули. Накрываем и все равняем. Получается вот так. Теперь из середины вот эти листочки отгибаем на бок начало заготовки. С одной стороны фиксируем положение. И также делаем с другой стороны. Загибаем уголок к началу заготовки. Фиксируем положение. Смотрим, чтобы внизу листочки совпали, были на одном уровне. Оставим их пока в таком положении
и переворачиваем заготовку. Теперь сделаем гусеницы для танка. Для этого отступаем приблизительно 1 сантиметр и загибаем полоску бумаги. Теперь эту полоску нужно хорошо навести со всех сторон. Получается вот так. Также нужно сделать и с другой стороны. Отступаем 1 сантиметр и загибаем полоску бумаги. И хорошо ее наводим со всех сторон. Теперь листочки поднимаем ровно вверх. С одной стороны и с другой стороны. Берем заготовку и делаем гусеницы. Для этого поднимаем верхний листочек и сбоку оттягиваем его вверх как можно дальше. С другой стороны делаем так же. Поднимаем листочек и оттягиваем его вверх как можно дальше. Получилась одна гусеница. С другой стороны делаем так же. Поднимаем листочек и оттягиваем его вверх как можно дальше. И с другой стороны поднимаем листочек и оттягиваем его вверх. Получается вторая гусеница. Теперь переворачиваем. Поднимаем вверх вот эти уголки. С одной стороны и с другой стороны. Получается вот так. Теперь можно навести вот эту линию. Так получится у танка передний бампер. Так навели. И с другой стороны также наведем вот эту линию. Наводим линию. И теперь еще раз поравняем гусеницы. Переворачиваем. Еще раз гусеницы поравняем. С одной стороны и с другой стороны. Поднимаем вверх вот эти уголки. И теперь у нас получается вот такой танк. Теперь сделаем для танка дуло. Для этого нам понадобится квадратный лист бумаги размером 10 на 10 сантиметров, паста от шариковой ручки и сухой клей. Сухой клей пока поставим в сторону. Возьмем листочек. Возьмем пасту, ложим пасту на листочек, ложим возле самого края листочка и закручиваем листочек вокруг пасты. Так закручиваем до самого конца листочка. Закрутили листочек вокруг пасты. Теперь освобождаем край листочка и на него нужно нанести клей. Берем клей и наносим его на листочек. Нанесли клей и теперь склеиваем листочек. Вот листочек склеился. Теперь достаем пасту. И теперь у нас получилось вот такое дуло для танка. Теперь нужно соединить дуло и танк. Для этого берем заготовку танка, берем дуло и дуло засовываем под верхнюю башню. Вот так. И теперь наш танк уже полностью готов.